нужно ли отказываться от эгоизма? Что в нем плохого? Ну, еще бы. Еще бы. Ну, дело в том, что такое состояние эгоизма? Это потенциальная всегда мишень для миллиона стрел и неприятностей. Я эгоист. Так? И вдруг слышу, обо мне плохо сказали. Обо мне! Как я страдаю. Я что-то делаю, скажем, вы не очень хорошо сделали. О, Боже мой! Наградили моего друга, а не меня. Я вообще в отчаянии. Ну что вы, я же лучший же, понятно. Эгоизм – это то состояние, которое делает человека мишенью всяких страданий. Эгоист – это что такое, иначе сказать? Это человек-страдалец. Ему прямо сразу венцы страдальца надо одевать только. Вот это такое. Поэтому если человек хочет хоть немножко быть счастливым, то есть, ну, радостным, то должен всячески бороться с эгоизмом. Иначе ему плохо в этой жизни будет, очень плохо. А уж в небесной, ну, еще хуже.